Отсудить зарплату. Патрульные из Днепра подают иски против своего департамента. Требуют выплатить все надбавки, которые руководство систематически с них снимало. Суды рассматривают уже 5 жалоб от копов. Каждый из них недополучил по меньшей мере 25 тысяч гривен. Как продвигаются эти дела, выясняла Елена Миндалюк. Александр одним из первых решил через суд вернуть свои честно заработанные деньги. Рассказывает, в рядах патрульной полиции Днепра с первых дней ее существования. Впервые его лишили премии, а это пол зарплаты, в октябре 2016-го. Руководству не понравилось, что за дежурство он не сдал ни одного административного протокола. Лишали общими формулировками там на основании невыполнения приказов, там, неохайный внешний вид, там, систематичное порушение ПДР. Когда на Александра составили 10-й протокол, терпение у инспектора лопнуло. Полицейский решил через суд доказать, что причины для лишения премий надуманные, замечания безосновательные. Поэтому надбавки отобрали незаконно. Судебная волокита длилась 3 месяца. Фемида встала на сторону патрульного. Он отсудил у департамента патрульной полиции 25 тысяч гривен. Именно столько ему не додали к зарплате за 2 года службы. Это на сегодняшний день является прецедентом для других патрульных в плане защиты своих прав, как людей, которые несут службу и отстаивания своих интересов. В то же время мы понимаем, что, наверное, в связи с какой-то экономической ситуацией, департамент нацполиции, наверное, не совсем выгодно допускать такой прецедент для того, чтобы он был и шел дальше, и эти деньги выплачивались, потому что, я думаю, это не единичный случай. В профсоюзе полицейских убеждены, лишение патрульных премий на самом деле коррупционная схема, которая уже не первый год действует в структуре МВД. Мы, конечно, не имеем сейчас прямых доказательств. Мы над этим работаем. У нас есть иск в суде на 9 эпизодов, 10 эпизодов депримирования патрульного. Вот сейчас мы получили первое решение первой инстанции, удовлетворительное. Александр держит в руках официальные ответы из департамента патрульной полиции. Здесь указаны сэкономленные суммы на премиях патрульным в Киеве и Днепре. Но это, говорит патрульный, далеко не все города. В Днепре было снято в 2016 году 677 тысяч гривен депримациями. По Киеву это 968 тысяч 569 гривен. Это происходит со всеми. Это происходит со всеми там и в нашем управлении. И мы так понимаем, у нас есть информация и по всей стране. Куда пошли эти деньги, правозащитники пытались узнать в министерстве, но ответа так и не получили. Не комментируют ситуацию с депримированием сотрудников и в Днепровском управлении патрульной полиции. Елена Медлюк, Евгений Котлесов. Подробности, телеканал Интер, Днепр.